Дорогие друзья, сейчас мы вам покажем наш скромненький номер. Так, это еще не он. Вот сейчас 20:15. Заходим. Welcome. Добро пожаловать в нашу скромную обитель. Кофемашина, все принадлежности. Так, что тут у нас? О, пиво Жигулевское, вода Биола. Вчера все повыпивало. Нельзя было выбросить. Вот такой вот видос из окна. Вью шикарный. Сегодня плохая видимость. Поэтому все в тумане. Диванчик кожаный. Золотые столики. Вот такая вот кровать. Вот такой вот вью. Общий план. Ну, ничего особенного, но без изысков. Скромненько, но со вкусом. Особая гордость ванна. Отдельная кабинка. Ой, как я вчера тут валялся на этой ванной. Он отмотал. It's me. Общее представление, дорогие друзья. Шкафчики, гардероб, там все стандарт. Название нашего отеля. Скромное меню на завтра. На 10 листов. Скромненько, но со вкусом. Рекомендую, дорогие друзья. Очень отзывчивый, приятный персонал. Все проблемы решаются мгновенно. Не успел их озвучить. Вот так. Так, что у нас там? Ага. Мини-баре. Так, ну, попить есть. И есть даже, друзья, выпить. Алкоголь какой хочешь, такие лавицки. Водочка, пиво, ну и так далее. Рабочий елочка. Все в ассортименте. Ну, особо не разгуляешься, конечно.
напиться, да, банан не получится. Попробовать можно. Салончик. Куда попали? Ну, здесь. Хочешь, что ты вылезал? Да. Вон джакузи какая. Джакузи. Легкая, легкая мушечка. Класс. Свет. Да. И так в каждом. Что, электрический? Да. И так горит в каждом. Йод. И пламя. Курага, орешки. Ага. Вид из окна. Холодное полотенце. И руки мастера. Да. Или мастерицы, там же мастерицы. Мастерицы, да, уже на старте. Угу. А тут валялся и отдыхал от бассейна. От бассейна? Устал в бассейне? Угу. Название с ними, как они там называют. Вот да? Такие, дорогие друзья, вот можете сами судить об уровне сервиса. В четверке в Дубае, а? Весь этаж занимает, да? Целый этаж занимает. Спа-салон занимает целый этаж. Да. Такие благовония. Угу. Масла. Там что, душ? Да, я. Сауна, наверное. Сауна. Да. Ты где, не убегай. Ага, а то я потеряюсь, и заблудился и потерялся. Угу. Тут отдельный кабинет. Угу. В номера? Да. Угу. Да? Я уже не знаю, куда идти. Угу. Сюда? Угу. Все, наконец-то мы выйдем. Угу. Двери тяжеленные. Угу. Ух ты, денежное дерево. Да. Угу. Это мы были только в мужском отделении. Но есть же точно такое еще и женское. Да. Ну, у меня уже справка есть, можно заплывать за буйки, ага. И ходить в женскую баню. Вот, называется. Так, ну это побрызгаться после этого всего. Да. Смазаться маслами. Угу. И пойти заниматься сексом. Зима. А? Thank you. Да, thank you. Отдельный этаж? Да. Это такой стеклянный лифт? Да. Да. Вы видели, дорогие друзья, какой популярностью пользуется? Очередь расписана на месяц вперед, поэтому нужно заранее продумать свое пребывание и запланировать посещение спа-салона. Да, thank you. Спасибо.
Это мое одно. Закончилось школьное время, и скулбасы заполнили все. Желтенькие — это не богданы, дорогие друзья, это скулбасы. Школьные автобусы развозят детей по домам после учебы. Можете видеть, сколько их